Спасибо за Твое присутствие здесь. Мы признаем Тебя. Спасибо, любимый Дух Святой. Дыши сегодня здесь. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы почитаем Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы просто учимся входить в Твой покой. Мы учимся входить в Твой покой. И просто находиться там. Я знаю, обычно, когда мы приходим на молитву, мы часто молимся о своих нуждах, о своих проблемах, о том, что у нас происходит. Но я очень глубоко чувствую внутри, что Дух Святой зовет нас сегодня молиться не просто о себе. Я чувствую внутри глубоко, что Дух Святой зовет нас молиться о Его доме. Потому что так мало людей заботится об Его доме. Я чувствую эту тягу внутри, где Отец говорит: «Я хочу, чтобы вы молились о Моем доме. Мой дом — это место моего пребывания. Я хочу, чтобы вы начали ходатайствовать и молиться о моем доме, о движении чистоты и праведности. Поэтому мы сегодня молимся и ходатайствуем о твоем доме, Отец, о том месте, которое ты определил для твоей церкви. Это твой дом. Это твой дом, любимый. Это место обитания твоего. Пусть твой дом станет известным. Пусть поднимутся люди в твоем доме, которые заботятся о твоем доме, Отец. Пусть поднимутся пророки, ходатаи. Пусть поднимутся люди, которые будут заботиться о твоем доме. Отец, я прошу, подними настоящих пророков. Подними настоящих пророков, которые будут не просто предсказывать будущее, которые не будут заботиться о своем имени и пророчестве для того, чтобы быть популярными. Но подними настоящих священников в твоем доме, настоящих пророков, которые будут знать твое сердце, которые будут знать, Отец, что ты чувствуешь. Подними пророков, которые знают твои чувствования. Подними священников в твоем доме, которые будут говорить от твоего сердца, которым будет все равно, что о них думают, которые перестанут собирать около себя толпы людей, поклоняющихся им, но которые сделают твое имя известным. Поднимай, Отец, поднимай это поколение пророков и священников в твоем доме, которые знают, о чем мечтает Отец, которые знают чувствование Его сердца, которые проводят время с Ним в Его доме, которые не отходят от алтаря. Подними священников, которые покажут этому миру настоящего Бога. Бог, потому что мое сердце болит о том,
что сейчас происходит в твоем доме. Когда пророки собирают вокруг себя людей, и они говорят от своего имени ложные вещи, говорят: так говорит Господь, так думает Бог, вот что Бог думает о вас. Отец, я прошу тебя, от лица моего поколения подними настоящих пророков, любимый. Подними настоящих пророков, которые будут знать твое сердце, которые передадут настоящее сердце Отца. Почему мир сегодня ненавидит Бога? Потому что мы так много говорим от Его лица, мы взяли на себя ответственность говорить то, что не говорит Отец. Мы преподносим нашего Бога таким жестоким, таким неправильным, потому что священники вышли из твоего дома, священники забыли, что такое строить твое царство. Я прошу, подними истинных священников и пророков, которые перестанут строить свое царство, которые начнут строить твое царство, Отец. Поднимай настоящих, поднимай искренних, поднимай тех, чье сердце горит по твоему дому. Поднимай тех, которые будут заботиться о твоем доме, которые будут строить твое царство, чьи жизни будут положены для того, чтобы строить твое царство, чтобы прославить твое имя, а не свое. Отец, я прошу тебя, пусть уйдет поколение наемников и поднимутся настоящие дети, настоящие сыновья, которые займут место в твоем доме, которые знают, как служить возле твоего алтаря, которые ходят в чистоте, не боясь заходить во святое святых и прикасаться к жертвеннику. Подними этих настоящих, подними искренних, подними чистых. Подними тех, о которых ты мечтаешь, Папа. Пусть поднимется поколение, чье сердце горит для тебя. Отец, пусть уйдут наемники, пусть уйдут те, кто строит свое имя, которые собирают вокруг себя людей, поклонников. Пусть поднимутся чистые, чистые сердцем, у которых в разуме нет ничего, как только прославить твое имя, как только любить тебя, как знать тебя. Подними голодных по молитве. Подними поклонников и молитвенников, голодных по молитве, для которых не в тяжесть молиться, которые бегут в твое присутствие. Подними тех, кто голодные по твоему присутствию, кто жаждет твоей славы, кого не надо заставлять, кого не надо тянуть в твое присутствие. Любимый, подними это поколение голодных, которые скажут: Отец, мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим твое присутствие. Твое присутствие. Мы сегодня еще так мало встречаем тех, кто действительно жаждет его присутствия. Мы видим тех, кто хотят популярности, кто хотят славы, кто хотят строить свои церкви, свои дома. Но мы еще так мало видим тех, которые хотят положить свои жизни, чтобы быть в твоем присутствии, чтобы не выходить из него, любимый. Подними Самуилов,
подними Самуилов, которые будут любить Твое присутствие и не отходить от Твоего присутствия. Подними Самуилов, которые научатся слышать Твой голос, которые будут различать Твой голос. Подними поколение Самуилов, которые не променяют Твое присутствие ни на что, для которых близость с Тобой будет стоить всего, но они согласны, они готовы. Подними, Отец, мы просим и ходатайствуем, Отец, пусть наше поклонение Тебе никогда не превратится и не вернется назад в религию. Пусть наше поклонение Тебе будет оригинальным, будет настоящим, будет целостным, неповрежденным, нераздвоенным. Пусть наше поклонение Тебе исходит из нашей внутренности, потому что мы любим Тебя. Мы любим Тебя, мы любим Твое присутствие. Мы жаждем Твое присутствие. Любимый, пусть у нас не будет ничего, но будет Твое присутствие. Поднимай поклонников. Я прошу, поднимай поклонников, которые, просыпаясь утром, будут искать Твоего лица. И когда они не слышат Твой голос, они будут продолжать искать, и искать, и искать, и бежать за Тобою. Поднимай, любимые, потому что только таким образом Твой дом будет строиться, Твое царство будет подниматься, потому что Твое царство может построено быть только поклонниками, только теми, кто безумен по Твоему присутствию. Спасибо Тебе, любимый, за то, что Ты слышишь нас, за то, что Твой Дух реально сейчас возбуждает сердца тех, которые были призваны быть поклонниками. Спасибо Тебе, что Ты поднимаешь поколение людей, кому Ты доверишь ключ Давида. Спасибо Тебе за откровение ключа Давида. Спасибо, что ключ Давида будет дан тем, кто будет знать, как открывать двери и как закрывать их. Отец, спасибо, что Ты послал Своего Сына, который держит в руках этот ключ, ключ Давида. И это не просто поклонение, это близость с Тобою, это интимность. Как когда-то Давид принес ковчег в свой дом. Он сказал: «Я хочу, чтобы присутствие моего Бога было в моем доме. Мне все равно, как на меня будут смотреть люди. Мне все равно, будут они меня знать как царя или нет. Я хочу, чтобы они знали меня как того, для кого близость с Иисусом дороже всего». Именно поэтому Ты сказал, что в последнее время Ты дашь этот ключ. Ты дашь этот ключ церкви, которая откроет этот источник, которая откроет дверь близости, как когда-то открыл его Давид. Он открыл этим ключом эту дверь близости с Тобою. Он открыл эту дверь присутствия. Он принес это присутствие в свой дом в то время, когда раньше этого никогда не было. Ковчег всегда находился в храме. Ковчег находился в определенном месте. Но он сказал: «Нет, это то, что принадлежит мне. Присутствие моего Бога, оно принадлежит мне». Любимый, подними поколение, которое ради Твоего присутствия забудет все, которые будут нести Твое присутствие в свои дома,
которым будет все равно, как на них смотрят люди. Они будут хотеть Тебя. Они будут искать Тебя. Они будут жаждать Тебя. Спасибо, любимый, что мы те, кто будет бежать за Твоим присутствием. Искать Твое присутствие. Желать Его. Хотеть Его. Хотеть Его, любимый. О, мы голодные по Твоему присутствию. Мы жаждем. Мы жаждем. Мы жаждем близости с Тобою. Мы жаждем близости с Тобою. Мы жаждем близости с Тобою. Без Твоего присутствия церковь бедная, церковь жалкая. Без Твоего присутствия это просто базар, это зрелище. Мы не хотим этого зрелища, Отец. Мы жаждем настоящего присутствия, исходящего от Твоего престола. Присутствие, которое должно быть принесено на землю. Любимые, мы голодные. Мы голодные. Столько лет, и мы все равно голодные. Столько лет, и мы все равно голодные. Мы все равно жаждем. Мы хотим больше. Мы хотим близости с Тобою. Близости с Тобою. Близости с Тобою, любимый. Близости с Тобою. Близости с Тобою. Близости с Тобою. Твое присутствие, оно никогда не стареет. Оно никогда не умаляется. Только Твое присутствие исцеляет. Только Твоя близость восстанавливает и поднимает. Только Твоя близость дает надежду. Только Твоя близость дает силу. Только Твоя близость дает ведение. Только Твоя близость поднимает с колен. Только Твоя близость поднимает. Только в Твоем присутствии я знаю, кто я. Только в Твоем присутствии я понимаю, куда мне идти. Только в Твоем присутствии. Только в Твоем присутствии. Поднимай поколение, любимый. Поднимай поколение людей, которые будут строить Твой дом. Поднимай, любимый. Поднимай священников. Поднимай пророков. Поднимай ходатаев. Те, которые не будут отлучаться от Твоего дома, чей взгляд устремлен на Тебя, кто знает цену Твоему присутствию. Я верю, что этим людям Ты доверишь самого себя. Только этим людям Ты сможешь доверить самого себя. Потому что мы просим Тебя о большем. Мы кричим: Отец, мы хотим большего, но кому? Кому Ты, Папа, доверишь большее? Кому Ты можешь доверить большее? Если Ты не знаешь Его присутствия, если Ты занялся постройкой своего дома, своего царства, своего имени, Папа не может доверить Тебе большее. Любимый, поднимай, поднимай поколение, поколение людей, чьи имена не будут известны, чьи лица не будут известны. Поднимай поколение тех, кто поднимет Твое имя, кто прославит Твое имя. Только тем Ты доверишь тайны своего царства. Только через них Ты будешь течь, через них Ты будешь говорить,
Через них ты будешь исцелять, через них ты будешь восстанавливать, через них ты будешь строить, через них ты будешь поднимать из руин, Отец. Это те, кому ты сможешь доверить себя. Пусть мы будем одними из них. Пусть мы будем поколением, который никогда не отречется от твоего присутствия. Никогда не отречется от твоего присутствия. Никогда, любимый. Мне все равно, папа, если наша церковь не будет самой знаменитой, самой первой. Мне абсолютно все равно. Я хочу, чтобы это место знали по твоему присутствию. Я хочу, чтобы это место знали как тех, которые ненормальные ради тебя. Отец, мы хотим твоей близости. Мы не можем быть с тобой неискренними, потому что ты знаешь наше сердце. Я прошу тебя о новой волне близости. Мы как церковь, мы как твое тело, мы просим о новой волне твоей близости. Увлеки нас своим именем, любимым. Увлеки нас красотою своего имени. Увлеки нас откровением своего Сына. Увлеки нас, любимый. Увлеки нас откровением своего Сына. Захвати нас своей красотой, красотой твоего присутствия. Захвати нас, любимый. Захвати нас, святой. Собери нас вокруг себя. Пусть твоя слава войдет в твой храм. Пусть твоя слава опустится в твой храм и заполнит его. Пусть твоя слава заполнит твой храм. Иисус, пусть твоя слава заполнит твой храм. Пусть твоя слава заполнит твой храм. Пусть твоя слава опустится на это место. Я прошу о реальной славе. Мы как тело Твое просим о реальной славе, потому что Твоя слава — это Твой Сын. Твой Сын — это Твоя слава, Отец. Пусть Твой Сын войдет в Твой дом. Пусть мудрость святого опустится в этот дом. Пусть люди узнают нас как тех, кто живет в твоей славе, кто питается твоей славой, кто покорен твоей славой, кто падает на свои лица, каждый день находясь в твоей славе, не отходя от твоего храма, не выходя из твоего присутствия. Я прошу тебя о священниках, которые реально займут место в твоем доме, которые перестанут изображать карикатуры, которые перестанут прославлять свой имидж, Бог. Пусть этот позор уйдет из церкви. Пусть этот позор уйдет из церкви. Отец,
пусть поднимутся личности, которые захотят прославить Тебя, забывая про свое имя, которые перестанут строить свои церкви, свои служения, украшая их. Пусть они начнут украшать Твой дом. Любимый, пусть Твоя чистота сойдет на Твое тело. Пусть придет откровение святости и чистоты Твоей праведности. Пусть оно опустится на Твое тело. Мы просто взываем к Тебе. Мы ходатайствуем Тебе о чистоте в Твоем теле. Мы ходатайствуем о чистоте в Твоем теле, об искренности, о честности, об оригинальности. То, кем мы реально должны быть, кем Ты родил нас быть. Пусть это откровение опустится в Твой дом, любимый. Войдет в Твой дом. Пусть слава Твоя покроет нас. Пусть все то, что еще не принадлежит Тебе, будет покрыто Твоей славой, будет покрыто Твоим светом. Пусть Твой дом реально станет городом, в котором нет нужды для солнца, потому что свет от Твоего лица, Он освещает все. Мы хотим быть этим городом, который спускается от Твоего присутствия. Если мы не спускаемся из Твоего присутствия, мы не являемся Твоим домом, мы не являемся Твоим городом. Если мы не можем находиться в Твоем присутствии больше 5 минут, если мы не ищем Твое лицо, если мы не жаждем Твоей близости, мы не можем называться Твоим домом. Поднимай, любимый, тех, которые будут голодные, жаждущими по Твоему присутствию. Поднимай, любимый. Поднимай, Отец. Поднимай, Отец. Поднимай, Отец, пусть это будут молодые люди, пусть это будут пожилые люди, не имеет значения, на их лбу написано Твое имя. Это те, кого Ты избрал быть Твоими. Спасибо, любимый, за то, что Ты реально поднимаешь этих людей. Ты поднимаешь чистоту в своем теле. Ты поднимаешь чистоту. Ты поднимаешь чистоту. Спасибо Тебе, Папа. Спасибо Тебе, любимый, за то, что Ты реально это делаешь. Отец, Отец, спасибо Тебе за Твое присутствие. Отец, мы собрались вокруг Твоего трона сейчас. Мы стоим перед Тобой, любимый, как одна семья. Отец, мы любим Тебя, как одно сердце. Мы говорим Тебе, что мы Тебя любим. Отец, мы любим Тебя. Любимый мой, наше сердце горит, горит и жаждет Тебя, любимый. Бог, мы голодные, мы опять голодные, мы опять ненасытимые, мы опять ненасытимые, Отец. Мы опять жаждем настоящего, мы
опять жаждем настоящего, настоящего Твоего присутствия, настоящего Твоего помазания, настоящего Твоего движения. Отец, мы ищем лица Твоего везде, и каждый день, любимый, мы не встанем со своих лиц, мы не встанем со своих лиц, мы будем лежать у Твоего трона до тех пор, Отец, пока мы не станем похожи на Твоего Сына. Мы будем созерцать на Тебя до тех пор, пока наше сердце не станет таким, как сердце Иисуса. Отец, мы хотим познать глубины, глубины любви Христа, глубины Христа, этой любви, глубины моего любимого, глубины этой любви. О, Иисус, победи свою церковь, победи свою церковь на эту глубину своей страстной любви. Там, где мы полностью теряемся, там, где мы полностью теряемся, Отец, и там, где мы превращаемся в Сына Твоего, в славе Его, в славе Его, мы теряемся, мы растворяемся, и больше нет у нас, но есть Ты, Отец, есть Ты, Сын, мой любимый. Захвати свою невесту, та, которая предана Тебе, та, которая не встает с лица своего, та, которая жаждет Тебя, та, которая не встает позиции, не идет на компромисс. Отец, поведи нас на глубины любви Христа, поведи нас там, где чистота, там, где чистота, там, где святость, там, где нет грязи, Иисус, там, где нет компромисса, там нет компромисса, там, где все ложные боги склоняются перед именем Твоим. Иисус, мы жаждем Тебя опять, мы чувствуем эту тягу. Мы опять чувствуем эту тягу, Отец. О, Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе вновь за эту тягу по Тебе, любимый. Бог, пробуди еще многих. Пробуди, Отец, к познанию Сына Твоего, познанию Твоих тайн. Ты хочешь это доверить своей церкви. Я знаю и я слышу это в сердце Твоем, как Ты говоришь, а я хочу доверять. Я хочу доверить тайны Царства. Я хочу доверить эти тайны. Бог, мы слышим Тебя. Отец, мы слышим Тебя сейчас. Мы слышим Тебя, Отец. Мы слышим. И мы смиряемся перед Тобою. И мы говорим, возьми нас. Еще раз. Еще и еще. Возьми нас. Возьми наши да. Бог, мы слышим Твое сердце, мы слышим его сейчас. Ты зовешь к себе еще, еще раз. Спасибо Тебе, что Ты, Бог, никогда не дашь нам успокоиться. Когда мы вкусили от чего-то,
от того чего-то, что мир никогда еще не познал. Мы вкусили Иисуса, мы вкусили эту тайну, тайна, которая была сокрыта от человечества. Но мы вкусили в эту тайну. Бог, и мы никогда не останемся прежними. Мы вкусили от Тебя. О, любимый. Веди нас назад в наши тайные комнаты, там, где мы не встаем с пола, там, где поклонение возносится к трону Твоему. Поведи нас назад туда, там, где Ты и я, там, где Ты и мы, и никого больше. Бог, оттуда рождаются поклонники. Из того места рождаются Твои рабы, рабы, проданные полностью Тебе. Из этого места рождаются сыновья и дочеря, сыны и дочери света. Оттуда поднимаются настоящие отцы. Бог, оттуда поднимаются настоящие матери, которые способны научить поколение. О, Отец, поведи мою нацию, поведи нас, Господь, назад в наши тайные комнаты. Бог, я слышу стон моей нации, я слышу стон от детей, Бог, молодежи, которым некому научить. Направить, Отец, я прошу Тебя. Поведи нас назад в наши комнаты. Бог, только там может родиться что-то настоящее. Что-то настоящее. Что-то чистое. Без никакой примеси мира. Без никакой примеси. Без никакой примеси. Те, которые служат около трона день и ночь. День и ночь служат у трона Твоего. Те, которые знают движение Твоего сердца. Те, которые знают, когда двигаться, а когда стоять. Бог, я знаю, у Тебя есть эти спрятанные. Бог, у Тебя есть эти любимые слуги Твои. Спасибо Тебе, что есть настоящее, что есть верное. Они, как столбы в храме Твоем, стоят непоколебимо в любой сезон жизни. Они стоят твердо, не колеблются ни направо, ни налево. Они знают Тебя, потому что они вкусили от Тебя. Они вкусили от дерева жизни. Они вкусили от Твоей доброты. О, как Ты добр! Как Ты добр! Бог, Ты добрый! Посреди любого сезона мы будем всегда говорить, что Ты добрый, Ты хороший, и Ты верный каждому своему обещанию, Иисус. Каждое Твое обещание, оно да и аминь, оно да и аминь. И мы будем верить, и мы будем Тебе верить и доверять. Несмотря ни на что, Отец, мы будем смотреть Тебе в глаза и будем говорить: Ты добрый, Ты добрый, Ты добрый,
ты добрый Отец. Спасибо тебе, потому что ты свет, и нет в тебе тьмы, и нету в тебе тьмы, нету в тебе тьмы ни кусочка, ничего нет такого. И ты поднимаешь свою невесту, та, которая поднимется, и в ней не будет тьмы вообще. Она просто будет, как ты, светом. Она станет полностью, как ты, светом. О, Иисус, мы любим тебя. Мы славим тебя. Ты достоин. Ты достоин всей нашей жизни. Ты достоин всего. Отец, я прошу тебя. Пусть твое присутствие просто увеличивается на этом месте. Пусть эта атмосфера будет заряжена светом твоим. Заряжена светом твоим, Иисус. Там, где мы превращаемся в тебя. Спасибо тебе. Спасибо, Отец, за твое присутствие. Спасибо тебе, что ты переводишь нас совсем в другое измерение, там, где мы еще не были, там, где мы еще не ходили, там, где откровения еще не были познаны. Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе. Бог, ты переводишь нас за завесу. Ты переводишь нас за эту завесу. Это совсем другое измерение, Отец. Там, где ты открываешь тайны, тайны, которые были приготовлены до сотворение мира, Отец. Там, где ты это открываешь своим любимым, там, где ты открываешь своим настоящим пророкам, там, где ты открываешь настоящим поклонникам, которые будут видеть это и приносить, и пророчествовать, и провозглашать на этой земле все то, что ты имеешь. Все те глубины откровения, Отец, это все для нас, для этой земли, для этой земли, Отец. Пусть Царство Твое будет проявлено через нас, Бог, через Твоих сыновей и дочерей, отцов и матерей. Любовь объединит нас в одно, как семью. Пусть твоя страстная любовь Христа соединит нас всех в одно. Любимый мой, мы жаждем тебя. Я жажду тебя. Я безумно по тебе. Я безумно по тебе. Бог, я безумно по тебе. Нету лучше тебя. Я проверяла. Нету лучше тебя, любимый. Нету. Мы безумно по тебе.
тебе, любимый. Мы безумны по тебе. Мы безумны по тебе. По твоему присутствию. Мы как ненормальные, Бог. Мы как ненормальные, Бог. Но нам все равно. Нам все равно, Отец. Я хочу еще больше стать ненормальной. Отец, дай нам еще больше жажды. Мы хотим тебя еще больше. Хотим еще больше. Нам недостаточно, Отец. Мы безумны по тебе. Мы любим тебя. Мы любим тебя, любимый наш. Любимый наш, любимый наш, спасибо тебе, спасибо, Дух Святой. Отец, мы благодарим тебя за твое дыхание. За дыхание неба, за твое присутствие. Отец, мы дети твои, мы твои, и мы не можем быть без тебя, Отец. Мы тянемся к тебе нашими сердцами. О, Отец, твоя любовь, она тянет нас к себе. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе за то, что ты дышишь своей любовью сегодня на каждого из нас. Ты дышишь, Господь, на твою церковь. Ты дышишь на свою невесту. Ты дышишь своей любовью, потому что ты возлюбил. Ты возлюбил каждого прежде создания мира. Ты возлюбил. О, Иисус, спасибо тебе за любовь в твоем сердце. Иисус, ты молился к Отцу за любовь между друг другом, Отец. Ты сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас. Ты молился о единстве. Ты молился, чтобы мы были едины, как Ты единый с Отцом. Иисус, мы просим Тебя, о единстве. Мы просим Тебя, дай нам одно сердце с Тобой, Отец. Одно сердце друг с другом, Отец. Одно с Тобой, Господь, одно целое. Дух Святой, соединяй нас с Твоей любовью. Соединяй наши сердца. Бог, пускай уйдет всякое осуждение друг друга, пускай уйдет всякая ложь, пускай уйдет все то, что Господь привязывает дьявол, пускай уходят всякие осуждения. Бог, я прошу Тебя, прости, если мы давали повод дьяволу приходить перед Отцом и клеветать на друг на друга, клеветать на нас, потому что мы даем право, мы позволяем Ему делать это, Господь. Прости, прости, Господь, за то, что мы даем повод. Прошу Тебя, Отец, дай нам любить друг друга. Любить, Господь, пускай придет чистота в наши уста. Пускай придет чистота в уста детей Твоих, Господь. Пускай уйдут все аргументы против нас. О, Отец, мы просим Тебя милости. Мы просим Тебя милости, Господь. Милости, Господь. Покрой. Покрой, Господь, детей Твоих. Покрой нас, Господь. О, Бог, я прошу Тебя. Твоя любовь пускай будет между детьми Твоими, Отец. Единство в народе Твоем.
Пускай наши сердца соединяются Твоей страстью, Твоей любовью. Отец, дай нам просто погружаться в Твое сердце, которое заполнено любовью, Отец, чтобы мы были носителем Твоей любви, чтобы мы были носителем Твоей радости, чтобы мы были носителями, Господь, Твоей страсти. Бог, чтобы мы не были никому преткновением, Отец. Помоги нам любить, покрывать любовью, Отец. Научи нас ходить в праведности, в чистоте. Научи нас, Господь, покрывать любовью друг друга, служить любовью друг другу, Отец. О, это Твоя заповедь, где Ты учил любить, где Ты учил любить, Отец. Покрывай нас, Господь, Твоей любовью больше. Иисус, Иисус, спасибо Тебе за Твою любовь. Отец, я благодарна Тебе за то, что Ты поднимаешься через каждого из нас. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты учишь искать Тебя, Господь. Я прошу Тебя, пускай поднимаются Твои голоса. Пускай поднимаются голоса, Господь. Пускай поднимаются страстные. Пускай поднимаются голодные. Пускай поднимаются те, которые скажут: вот я, Господь. Вот я, Господь. Вот я, Господь, пошли меня. О, Иисус. О, Иисус. Ты положил Твою жизнь за детей Твоих. Ты положил свою жизнь, Господь. И Ты хочешь, Господь, чтобы мы следовали Твоему примеру. Отец, я прошу о единстве. Я прошу о единстве между детьми Твоими, Отец. Пускай не будет места для дьявола. Пускай не будет места для лукавого в наших жизнях, в наших домах, Господь. Очисти наши уста, очисти наши глаза, Господь. Пускай в чистоте наши уста, Господь, приносят хвалу Тебе. Бог, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ищешь, Господь. Ты ищешь, Господь, кто будет поднимать свой голос, кто возревнует о доме Твоем, Отец, кто будет взывать о единстве, о любви, Отец, кто будет взывать о правосудии Твоем, Отец. Поднимай, поднимай Твои голоса, Господь, по всей земле. Поднимай, Господь, Твой голос в нации, Господь. Поднимай, Отец, поднимай тех, кто будут согласны следовать за Твоим сердцем, Отец. Стук Твоего сердца, будь в послушании Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, Отец, за Твою любовь. Я благодарю Тебя за Твое терпение. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, с любовью смотришь на каждого. Ты с любовью, Господь, терпишь и милуешь нас, Отец. Спасибо Тебе за Твою безграничную милость, Отец. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. О, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты избрал нас, что мы можем, Господь, поклоняться Тебе в духе и в истине, что мы можем, Господь, соединяться с Тобой в одно, Отец. Спасибо. Спасибо Тебе за то, что, Господь, Твоя страсть, Господь, она поднимается. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты поднимаешь тайные комнаты, Отец. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за поклонников, Господь. Где Ты взращиваешь, Господь. Ты взращиваешь сильных, Господь. Где Ты взращиваешь сильных, Отец. Где Ты взращиваешь, Господь, сильных воинов. Где Ты взращиваешь эти сильные голоса последнего времени, Отец. Спасибо Тебе.
Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что, Господь, твой голос звучит. Твой голос призывает, Отец, спасибо. И мы будем молиться, мы будем говорить, мы будем провозглашать. Мы будем провозглашать Твою, Господь, славу на этой земле. Ты дал нам голос, Господь, и мы будем провозглашать Твое царство. Мы будем выступать против дел дьявола. Мы будем рушить твердыни дьявола. О, Господь, спасибо Тебе за голос. Спасибо Тебе за власть. Спасибо Тебе за силу. Спасибо Тебе за авторитет, Господь, которую Ты дал для невесты Твоей, Отец. И мы сегодня благодарим Тебя, что мы есть, Господь, в числе Твоих избранных детей. Спасибо Тебе за голос, Отец. Спасибо Тебе. Мы поклоняемся. Мы поклоняемся Тебе, Царь. Мы поклоняемся Тебе у трона. Мы поклоняемся Тебе, Святой. Мы поклоняемся Тебе, Сам. Иисус. Спасибо, Иисус. Я знаю, что приходит время, когда уже никто не будет заставлять друг друга, не будет говорить: «Эй, идем, я научу тебя, как поклоняться Богу. Идем, я буду учить тебя, как искать Его лица». Я знаю, что приходит время, когда это будет очень странным и неестественным, когда кто-то кого-то тащит, заставляет искать присутствие. Приходит время, когда поклонение станет неотъемлемой частью дома Отца, когда близость с Ним станет абсолютно неотъемлемой частью. Ты не сможешь жить без Его присутствия. Тебя невозможно будет отделить от Него. Вот Он, Его присутствие, вот ты. Его тело станет одним целым с Его присутствием. Невозможно будет разделить тебя и Его. Я знаю, что приходит это время, когда никто не будет больше учить друг друга. Но Он станет частью тебя, и ты станешь частью Его. Папа, мы молимся Тебе об этом времени. Я знаю, что Ты поднимаешь этих поклонников. Твой дом поднимется таким, каким Ты видишь его, каким Ты запланировал его. Я знаю, что теплота уйдет из церкви, что люди перестанут искать своего, перестанут строить свои позиции. Все будут искать твоего лица и твоей славы. Я знаю, что это время приходит. Спасибо тебе за этот голод внутри нас, который никогда не перестанет. Спасибо за жажду, которая никогда не прекратится. Спасибо за голос льва внутри нас, который будет продолжать рычать до тех пор, пока он не дохватит свою добычу. Спасибо за голос льва и львицы в твоем теле. Спасибо за тех неугомонных, которые поднимаются, которые никогда не успокоятся. Спасибо, любимые, что свобода в поклонении войдет в твой дом, что близость станет частью нас, что близость — это будет номер один, даже нет, не номер один, близость с тобою — это будет всем, что мы хотим. Близость с тобою захватит нас, близость с тобою сведет нас с ума, близость с тобою сведет нас с ума, близость с тобою ведет нас в познание тебя, близость с тобою принесет свободу.
потому что мы жаждем свободы. Мы жаждем свободы в наших домах. Мы жаждем свободы в наших семьях. Мы жаждем свободы для наших детей. Мы жаждем свободы. Мы жаждем свободы. Мы жаждем свободы. Мы еще не видели свободы. Мы голодны по свободе. Мы хотим свободы. Мы хотим свободы. Мы хотим свободы. Настоящее новое творение, которое знает свободу, которого никто не заставляет поклоняться. О, безумные поклонники, знающие свободу, знающие свободу, знающие свободу. Мы хотим свободы, личность свободы, войти в нашу среду. Личность свободы, о, войди в нашу среду. Я хочу видеть нашу молодежь свободной в поклонении. Я хочу видеть наших лидеров свободными. Я хочу видеть пророков свободными. Я хочу видеть свободу, свободу в твоем доме, потому что твой дом назовется домом истины. Твой дом назовется домом свободы. О, ты не сможешь больше сидеть на скамейке во время молитвы. Ты не сможешь больше. Ты не сможешь больше. О, ты будешь кричать. Ты будешь искать. Ты будешь звать. Ты будешь хотеть. Ты будешь просить. О, Отец, пусть твоя свобода опустится в твой дом. Опустится в твой дом. Свобода знать тебя, свобода любить тебя, свобода поклоняться тебе, свобода поклоняться тебе. О, пусть теплота уйдет из своего тела, пусть теплота уйдет из своего тела. Бог, прости нас, что мы подсаживаемся на проповедников. Прости нас, что мы подсаживаемся на конференции. Спасть, прости нас, что мы подсаживаемся на крутые проповеди. Прости нас. Пусть мы будем теми, кто подсядет на твое присутствие, кто подсядет на твою близость, кто будет хотеть тебя, кто будет кричать в своем доме, лежа на полу. Папа, я хочу тебя. Папа, я хочу настоящей свободы. Мы устали притворяться, живя в рабстве. Мы хотим настоящей свободы. Настоящей свободы. Настоящей свободы. Свободы для наших детей. Свободы для наших детей. Свободы для наших умов. Свободы для наших тел. О, свободу! 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 О, свободу в твоем присутствии! Свободу! Через близость с тобою! Через близость с тобою! Напои нас водой! А? Напои нас собой! Напои нас вином! Напои нас вином свободы! Напои нас вином свободы! Напои нас вином свободы! Я хочу видеть тех, кого ты реально освободил! Я хочу видеть свободную церковь! Свободную церковь! О, почему церковь занимается непонятно чем? Потому что она еще не свободная! О, дай нам войти в откровение совершенного человека, совершенного человека. Дай нам войти в этот совершенный возраст свободного человека. Чье имя Иисус? Ты моя свобода. Ты единственный путь. Ты единственная дорога. Ты дорога в Отца. Я хочу 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 Отца. Я
хочу в Отца! Yes, я хочу в Отца! Yes, я хочу в Отца! Yes. Иисус, возьми нас в Отца! Возьми нас в Отца! Возьми нас в Отца! Только там настоящая свобода! Свобода от зависимости! Свобода от лицемерия! Свобода от спектакля! Свобода от сценок! Свобода от людского мнения! Только там свобода! О, кого Сын освободит! Кого Сын освободит, тот истинно будет свободен! Если мы не свободны, мы не знаем Сына! О, Сын, мы хотим знать Тебя! Сын, мы хотим знать Тебя! Мы хотим знать Сына! Мы хотим знать свободу! О, поведи нас в свободу! Покрой нас собой! Захвати нас собой! Увлеки нас за собой! Увлеки нас! Увлеки нас! Увлеки нас, Дух Бога! Увлеки нас, Дух Бога! Увлеки нас, Дух Бога! Поменяй наши молитвы! Я прошу, поменяй наши молитвы, Бог! Поменяй наши молитвы, Отец! Поменяй наши молитвы! Измени наши молитвы! Научи нас молиться так, как молится Твой Сын! Научи нас слышать Его сердце, Его чувства, Его эмоции. О, мы думаем, что Бог, Дух, у Него нет эмоций, но у Него есть чувства. Он хочет, чтобы мы знали Его чувства. Научи нас молиться. Научи нас молиться. Научи нас молиться, чтобы молитва меняла все. Если мы уходим отсюда такими же, мы не молились. Если мы уходим отсюда не свободными, мы просто простояли здесь, мы просто просидели, мы просто проморгали. О, пусть дух молитвы опустится на это место. Дух пророчества и дух молитвы, дух Его славы. О, дух поклонения, близость Иисуса, ключ Давида, ключ Давида, ключ Давида, ключ Давида. Мы просим у Тебя ключ Давида. О, близость, интимность с Тобою, интимность с Тобою. Интимность с Тобою, интимность с Тобою. Ей Holy Spirit, Дух Бога, Дух Бога, Дух Бога. О, Дух Бога, Дух Бога. Если ты не чувствуешь Его, если ты забыл Его близость и присутствие, перестань просто стоять. Падай своим лицом на землю, ищи Его. Ищи Его дома, когда тебя никто не видит. Ищи Его ночью. Ищи Его утром. Ищи Его днем. Ищи, когда Он зовет тебя. Оставляй все. И открывай дверь ключом Давида, который принес присутствие любимого в свой дом. Пусть в наши дома войдет Твое присутствие. И тогда мы будем жить в свободе. Мы сможем помочь тем, кто не свободен. Это все приходит из Твоего присутствия, из близости с Тобою. Я с любимой. Я не хочу идти домой. Я хочу искать Тебя. Я хочу любить Тебя. Я хочу поклоняться Тебе. Называть Тебя по имени Святой, Чистый,
Ты мой, Ты наша, мы Твои, Ты наша, мы Твои, мы Твой народ, мы часть Тебя, рожденные от Тебя, мы Твои любимые, мы Твои святые, мы Твои святые, мы Твои святые. Мы Твои святые. Мы Твои. Мы Твои. Мы Твои. Мы Твои. Какой дьявол может коснуться Тебя? Когда он касается нас, он касается зеницы Твоего ока. Почему он еще касается нас? Потому что мы еще не знаем, что мы полностью Твои. Поведи нас в себя, в Отца, Дух Святой, в Сына. Спасибо Тебе, что Ты продолжаешь менять нас. Спасибо Тебе, Ты продолжаешь менять наши ДНК. Ты делаешь нам это переливание крови. Ты заполняешь нас своим духом. О, Ты продолжаешь взращивать и менять. Ты преображаешь нас. И мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе в Твоем присутствии, Святой. Спасибо Тебе. Мы не просто говорим это так. Мы действительно говорим спасибо. Я Иисус. Шадороба сатая, экабадо санта, шаката сата бошита, ей башатая, экабатата санта я башия. Ей, Holy Ghost, thank you. Спасибо Тебе, любимый Дух Святой. И мы от Тебя никуда не денемся. Ты такой хороший. Мы будем любить Тебя всегда. У нас нет другого выбора, у нас нет другого шанса, как только стать одним целым с Тобой. У нас просто нет. У нас нет, мы обречены. Мы обречены на победу. Мы обречены на Твою славу. И это привилегия быть Твоими. Спасибо Тебе, любимый. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Амин. Бога быстро отпускать. Пришли, поговорили и ушли.
не отпустим его. Первосвященник, который ходит во святом святых и масло наливает в свои светильники. Если он не потушит, то никто не потушит. Аминь. Окей, дорогие. Классно быть в его присутствии. Но всем спокойной ночи. Или неспокойной.